счастье и шут веселиться, когда он с ножом за портьерой таится. Так, ну и надо эту красотульку теперь встретить там, да? Роща Кин там. Можем пойти вместе или разделиться и... Ты там, как хочешь. Ну пойдем, чё? Красотулька. Если мой расчет верен, следующим пробудется дракон, похороненный у Рощи Кин. Так, мы направляемся. Там есть древний драконий могильный курган. Ух ты. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Что у тебя со зрачками, девочка? Почему вам так важно, что я принадлежу к дракону рожденным? Драконы возвращаются. А тебе на роду написано убивать драконов. Это все, что тебе нужно знать пока что. Откуда ты знаешь, где вновь появится дракон? Драконий камень. Это карта древних захоронений драконов. Я посмотрела, какие из них теперь пусты. Картина совершенно очевидна. Ой, какая пчелка красивая, посмотрите. Пробуждение катится с юго-востока, в Джирольских горах. Следующим должен стать курган в роще Кин, если ничего не изменится. Что такое Талмар? Фракция, которая правит Альдмирским доминионом. Они чуть ли не уничтожили империю в Великой войне 30 лет назад. Нет худшего врага для людей Темриэля. Империя еле пережила последнюю войну, и Талмар не собирается проигрывать следующую. Так почему они охотятся на вас? Мы помешали их плану в прошлом, а у них долгая память. Пошли, нам нужно попасть в рощу. Так, где эта твоя роща? А, Высоких Ротгар. Я там был уже херову тучу... Блять, я там был уже херову тучу раз. Так, красотулька. Так, олененок. Сейчас мы его немножечко взбодрим. Так, ребят, ну что? Ну что? Тяжелые броня, блокирование, одноручно. Дропаем стрельбу, че как? А у меня, кстати, перков свободных нету. Так, а вот это вот еще последняя звезда. Хотел я быстро сказать, идеальный прицел. А, у меня 25 свободных перков? Ёпсель-мопсель. Да не буду я ее дропать. Сейчас я посмотрю, все по 3 здесь. Ни хрена себе. Халява, плиз. При полном здоровье получает на 10% меньше урона от вражеских атак. У меня нет полного комплекта легкой брони, блять. Увеличивает урон без оружия на 5% от текущего запаса сил. Рейтинг брони увеличится при ношении. Так, ладно, нахер. Эту херню. Так, а что у меня со скрытостью? Все заклинания свитки мощнее на 1%, рунные на 2 за каждый уровень навыка. Сейчас чуть-чуть скрытость. Растяжка. При переходе на спринт в режиме скрытости происходит бесшумный кувырок вперед. Ваши шаги и экипированные доспехи производят на 75% меньше шума при движении. Так, вот клинки можно еще бабахнуть.
Скрытые атаки. Клинок. Я же с клинком хожу. Ага, тут уже скрытость 80 нужна. Вот мой взлом опять. Я ж взлом дропнул, вот. Поэтому у меня и перки высвободились. И кражи я дропнул. Три раза уже, ребят. Охренеть. Так, кролик идет нахер. Так, ладно, все. Потом. Иди сюда. Все хорошо, девочка. Даже не переживай. Даже не переживай. Так, насчет стрельбы. А, ну все. Стрельба у меня вкачанная. Не хочу я дропать, ребят. Уже честно, как-то неохота мне. Да? Красотулечка ты моя. Или уже до... Ну до 80-го я-то и так дойду уровня, ребят. Так, я стесняюсь спросить, а она куда? Она вот сюда вниз побежала или куда? Что-то я ее потерял, ну ладно. Так, я что-то не пойму. Вот, найти место погребения дракона. Ну все, короче, вот курсор указывает, туда и топаем. С другой стороны, почему я его не вижу на карте? Вот, четко по прямой. А, блядь, вот, ёперный балет. Ой, слушайте, а пешком далеко туда идти? Я вот отсюда пойду, да и все. Че мне ее ждать, блин? А вот отсюда два шага, да и все. Шахта какая-то. А кто меня видит? Нет, не ходи туда. Дракон, он нападает. Дракон напал на рощу Кин? Ну не знаю, пока нет. Он улетел за город и сел на старый драконий курган. Не знаю, что там происходит, и выяснять не собираюсь. Так, девочка, ну подожди, ну подожди, ну блядь. Блять, да чё ж я не могу. Так, надо красотульку ждать, да? Сколько тут вкусняшек. Хорошо. Кстати, можно сейчас сразу что-нибудь выплавить. Так, что у меня есть? Две мерзкие. Блять, вот две мерзкие слитки нахер не нужны, честно. Они, короче... Ой, блядь, они, короче, это самое. Из них бестолку что-нибудь делать. Ух ты, блядь, а вот и дракон. Так, пока не стрелять, я понял.
Быстро ты прибежала, красота моя. Ой, я сейчас пойду магию прокачаю какую-нибудь. Этой самой. Ну чё, ну приземлился он. Давайте попробуем к нему поближе. Блять. Подобраться. Так, и чё это? Дракончик, дракончик. Куда ж ты, родной, прилетел? А где девка наша? Имперца загасил. Нихера себе, еще один, блядь. И что, тебе любить его надо? А, это он их воскрешает, типа, да? Найти место погребения, убить дракона. Так, мне надо, чтобы он сел. Так, кинжал надо зарядить. Отлично. Так, неплохо, неплохо, ребят. Пока неплохо все. А, все, походу. Нет, не все. Вот теперь все. Правду, в правду. Отвечаю. А кто ты и чего хочешь? Давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцем. Более 200 лет с момента гибели последнего драконорожденного императора клинки искали. Теперь драконы возвращаются. Что ты знаешь о возвращении драконов? Мы должны их остановить. Ничего. Я, как и ты, была поражена, когда... Я не первый раз вижу этого дракона. Правда?
Это он напал на Хелген, когда Ульфрик сбежал от имперцев. Клинки? Кто это такие? Именно. Никто сейчас даже не помнит нашего имени. Раньше весь Темриэль знал, что мы защитники императоров династии Зет. Последние 200 лет мы искали следующего дракона рождения. Каков наш следующий шаг? Сначала нам нужно выяснить. Талма, наш главный подозреваемый. Если это имя... Что такое Талма? Они знают, чьи. Фракция, которая правит Альдмирским доминионом. Они чуть ли не уничтожили империю в Великой войне. Нет худшего врага для людей Темриэля. Империя еле пережила последнюю войну. Почему ты думаешь, что Талмар замешан в возвращении драконов? Доказательств нет пока. Но я нутром чую. Имперцы захватили Уфу. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. Теперь драконы нападают на всех без разбора. Скорим ослаблен. Почему Талмар преследует тебя? Перед Великой войной клинки помогали Империи бороться с Талмаром. Наш Грандмастер считал его величайшей угрозой для Темриэля. В то время это было верно. Возможно, верно и теперь. И мы боролись с ним в тени, по всему Темриэлю. Мы думали, что это задача... Итак, нам нужно выяснить, что Талмар знает о драконах. С чего начать? Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Так как мы попадем в Талмарское посольство? Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время. Встретимся в Ривервуд и посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже. Это просто... Тебе что-нибудь нужно? Встретиться с дельфиной в Ривервуде. Так, ладно, девочка, я с тобой встречусь. Сейчас мне надо вернуть вот этот рог. Прежде всего. А рог этот вот здесь. Здесь я уже был. А, тут же седобороды, ребят. Точно, точно. Тут же седобородые красавчики находятся. Тебе удалось добыть рог. Отлично. Все испытания пройдены. Иди со мной. Пора нам во все услышание признать тебя Доракином. Нужно заточить кинжал, чтоб зеркало учился. Так, неплохо, я могу всех отталкивать от себя, да? Твое обучение завершено. Мы будем говорить с тобой. Встань между нами и приготовься. Немногие смогут выстоять против... Так, наделяет руки скоростью вет. Так, нет. А где эта херня? Так.
битва со зверем. Испуг. Голосовой бросок. Вот, безжалостная сила. Родимого голоса седобороды. Но ты не сможешь. Игра кросис стара. Струндуль. Воднин балан. Клов Франнау. Короче, Склифосовский, давай. Барбармия, Киргуду. Давайте уже, блядь. Так, ну и чё? Что значит быть драконорожденным? Он от рождения умеет направлять свой клон. Немногие смертные рождаются с положенной способностью. То, что тебе удалось постичь за несколько дней. Многие верят, что драконорожденных посылают в мир боги. Почему крики всегда на драконьем языке? Где я смогу найти вашего предводителя? А, Партурнакса. Партурнакса. Так, ну все, короче, все, идите нахер. Выполнено, и слава богу. Достали, блядь. С этой херней. Так, алхимическое, что-то там. Так, дракон оброжденный, собака-друг отправится с Барбасом к святилищу Клавикуса. Так, ладно, давайте для начала сейчас сразу Винтерхолд. Я прокачаю чуть-чуть магии. Немножечко. Так, а хера я сюда пришел, мне ж сюда. Как успехи? Мы смогли расшифровать последнюю книгу. Думаю, мой долг подели... Давай посмотрим, чё. Нихера мне не дал, блядь. А, мне надо свитков дал. С этим знак. Приветствую.
встречи. Услуги по зачарованию предметов – одна из немногих вещей, что связывает нас со стар... Конечно. Хорошо, только поспеши, ладно? Вот имя и адрес клиента. Пройти к человеку и забрать предмет. Так, это принеси, подай, ну его нахер. Да, не хочу. Не хочу. Держи руки при себе. Так, кто ж меня здесь может магией обучить, а? Я уж, блин, забыл, сука. Сейчас попробуем с кем-нибудь пообщаться. Ой, сколько тут вкусняшек. Наверняка отец ужаса позволит Цицерону хоть попрыгать. Блять. Камешки все забираем. Учитывая, что я, видите, в этой коллегии. Говорю, Каластё, мне можно все брать. Но можешь себе представить. Так, всякая алхимическая хрень. Зубы дракона, грибочки, хуёчки. Можно принести матери цветов. Красивых-красивых цветочков. Черепа у них здесь для чего-то лежат, непонятно. Ох, сколько у них зелий, ни хрена себе. Блять, тарелку взял. Зачем-то. Зачем-то, зачем, сам не знаю, ладно. Мать, я слышу твой голос. Нет, нет, это просто в голове помутилось. Глупый Цицерон. Кстати, здесь вот прикольно, прям в коллегии всякая хрень растет. Которую можно вот так собирать, забирать, блядь, и все. И мозг не делать. Безумие, счастье и шут веселится, когда он с ножом за портьерой таится. Овер до хрена, видите, тут всего. Ты кто? Слушайте, у меня вот столько, если честно, заданий в плане принеси подай, доставь мне то все, третье, десятое, двадцатое, что я, наверное, сейчас в Рифтен смотаюсь, заберу все алхимические свои хрени и эти задания быстренько поздаю, чтобы они у меня не висели. Чего они у меня висят постоянно? Так, тут что у нас? Блядь.
Бля, прикольно, а здесь можно из шкафов. А чё ж тут в шкафах? Чё ж я никогда тут не лазил? Всякие княженцы, всякая хрень. Опачки, опа-опа-опаньки, надерём всем попаньки. Декоративное кольцо. Красотку Нелли, как найду, ей сразу, 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 сразу. О, все, вышел Скайрим, слава богу. Так. А тут у нас кто? Тут у нас никого, ладно. Да, молодец, Вась, что ты зря уехал. Мне сейчас надо, короче, ребятки, сделать вот так. Драконью чешую. Так, всю алхимическую хрень забираем. Охренеть у меня этой хрени, ребят. Просто какой-то пипец. Лютый. Блять, плохо, что нет. Функции взять все сразу. Вот этой кнопки катастрофически здесь не хватает, ребят. Так, ну погнали смотреть. Что я могу из разного вернуть? Так, 2, 3, 3, 20, 17, 10. Ёпсель-мопсель. А у меня ничего и нету. Блять. Вот сука. Так, 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 так. Думаем, 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 что ж делать, а? Я-то думал, я сейчас там повозвращаю, а хрен там плавал. Ну ладно. Значит, не судьба. Пойдемте тогда алхимию качнем. Так, регенерация, повышение здоровья. О, паралич. Паралич. Вчера бандиты и головорезы в избытке. Наконец-то повеселимся. Цицерон не понимает воров. Зачем забирать вещь, если не убиваешь? И еще меня называют чокнутым. Так, отлично. Прям вкачал хорошо. Прям-таки очень хорошо вкачал. То, что мог. То, что мог, да?
Так. Так, я учителя не нашел, да? Блять. Ай, сука. Так, а ты меня можешь? Ты будешь весь день пи? Я научу тебя эффективно использовать... Слушайте, господи. Быстро работать ногами. Вот и все. Короче говоря, все хорошо. Так, я запас сил сейчас скачаю пока что. А ну давай еще. Да. Больше мне нечего тебя учить. А, все. А я уже могу... А, так, где карманные кражи? Подкидывать яд. Или считай, я потерял. Что-то я не помню, где это. Вы можете скрыто наносить удары повыше... Ага, вот яд, все есть. Яд есть. Так, девочка моя. 11 золота у тебя. На-ка тебе. Паралич. Один штук, один. Это просто в голове помутилось. Что-то она конкретно парализованная стала. Ага. Так, Рифтон. Угу. Так, давайте теперь ей продадим лекарства. Сколько у тебя денег, девочка? Погляди. Так, 1700. 345, да? Возвращайся, когда у тебя будет больше золота. Мне оно. Так, вот этот амулетик оденем. Да. Да вот все, что видишь тут. Так, зелье здоровья пока не буду. А, все, у тебя денежек нет, девочка. Ну, извиняй. Возвращайся, когда у тебя будет больше золота. Да, когда у тебя будет. Оно очень пригодится. Ты ее оставишь. Чего у меня только нет? Ты хочешь что-то поглядеть? Так, грелочка моя. Возвращайся, когда у тебя будет больше золота. Мне оно очень пригодится. Оно очень пригодится. Так. Нужно что? Все, что есть, все на прилавке. Так, иллюзии, силы, сопротивление, магия. Короче, одна хрень у нее. Вернее, у меня, ребят, конечно же. Так, френзи, страха. Слабость. Так, паралич я оставлю себе, конечно же. Так, что тебе еще можно продать, а? Дешевые. Драгоценности, да, наверное, которые я не буду зачаровывать. Это, короче, если меньше штуки.
Так, грелочка, ну что ж ты меня так огорчаешь? Ладно, приду через сутки. Только... Да вот, погляди. Так, продолжаем разговор. Так, все, два моих рабочих посоха. Хочу просто, ребят, разгрузиться нахер, чтобы все это дерьмо не таскать с собой. Какие-то, блядь, свитки. Книги вот эти, блядь, ненужные. Так, драгоценный камень, отмычка, слиток, хлам. Полено трогать не буду пока. Так, ну что, ребят, погнали в Вайтран, попробуем. Сейчас набахать кинжалов. Так, ну что. Кинжал. Стальной слиток, полоски кожи, железный слиток. Железный слиток, полоски кожи. Так, 5 штук, да? Раз, давайте сейчас. Блять. Два. Три. Четыре. Создали 5 кинжалов. Дальше. Дальше мы идем в Рифтен на свою досточку зачарования. А почем, блять, один железный слиток и одна полоска кожи? Вспомнить бы. Ну то я вспомню, ладно, то ничего страшного. Для меня честь снова видеть тебя там. Так, рубин, оружие. Нет, пока без рубинов. Так, вот он стоит 10, да? Так, ага, выбрал предмет. Изгнание. Тысяча 600. Нихера себе. Так, 1700. 2. 1900. 2. Вот насколько охеренная. Так, паралич и изгнание. Так, значит, обычный камень душ. 1700. 40. 1700. Тысяча 800, 150, 1900, 2. Знаете, что я вам хочу сказать? А, камень за 25 и камень за 150 роли вообще не играет. За 500 всего 2, то есть 300 вообще не выгодно. То есть надо вот таких вот камней купить, маленьких, крохотных, крохотных камень душ. И все, понимаете, и все. Так. У меня 20 камней душ.
Да, это херня профит. Красотку Нелли, как найду, ей сразу в брюхо нож воткну. Ну, сейчас кузнецу все это дерьмо и продадим. Давайте подождем утра. Так, у меня ожерелье с ценами надето, да? Хочешь посмотреть? Да все, что доброму воину нужно. Так, ну вот за 1300 он у меня их берет. Допустим, да? Теперь давайте узнаем, какая у нас... Так, нордская стрела. Чистая прибыль будет. Значит, железный слиток. Или железная руда, из которой мы можем сделать слиток. По 3. Блять, железного слитка у него нет. Ну что это такое? Полоски кожи по 5. А, значит. Да, на перки мы можем собирать очень даже. Запомни, подает только настоящий. Так, дурачело. Дай мне, блядь, железных слиток. Почем они у тебя? Что привело тебя к ба... Клинки, шлемы, практически все необходимое. Блядь, железная руда есть, слитков нет. Эбонитовый слиток есть, очищенный камень. Ты пиздец. Запомни, подай... Что ж за херня происходит? Ничто не сразу. Клинки, шлемы, практически все необходимо. Ну наконец-то. Вот, за 11. Нормально. 77. Вообще нихер делать. Да. Так, ну и бонитовых слитков я возьму, ладно, это тоже надо нам. Короче говоря... Запомни, подает только настоящее... Сколько у меня железных слитков там, сейчас надо посмотреть. Ты раны-то перевязываешь, воняешь как мокрая собака. Блять, здесь, вот здесь... Всего 2. Ну ладно, чё, 2 так 2. 2 так 2. Жалко, из украшений нельзя вот изгнание делать. А вообще самый выгодный фарминг денюшек — это вот эти кинжальчики. Реально самый выгодный. Вот, допустим, камешки душ у тебя есть, Вась? Могу я прибыть? Да вот, все, что видишь тут. Угу. Крохотный камень 61, короче, где-то 100 себестоимость, прибыль 1200, чистая прибыль от одного кинжала, ребят. Метла. Я высоко ценю твою помощь. Хорошо. Я никогда этого не... Хорошо, ладно, хорошо. Ладно, что у нас дальше? Уроня скала, пойти к человеку по имени и забрать предмет. Нахер. Отвезти припасы, помощь жителям. Найти 20 всякой хрени, поговорить с предводителем соратников. Все, нахер это дерьмо. Так, давайте сейчас снизу под... эти самые квесты подчистим, ребят. Я думаю так. А потом пойдем по DLC. Вот первое DLC. Missing Action. Ну вот, давайте этот закончим квест. Уже. Вот сюда вот, да. Далековато, ну что делать? Идти надо.
Ты кто, Вася? А, помню я тебя. Мы спасем Торальда. Ну что теперь? Мы убьем всех талморцев, что встанут между нами и Торальдом, и вытащим его оттуда живым. Пойдем. Ну пойдем. Мы спасем Торальда, чего бы это ни стоило. Так, сейчас он, ребятки, стоит. Привет. Талморцам надо преподать ур... Ты чё ж у вас ничего нету, а? Даже не думай. И где ваши талморцы? А, так он за мной идет, блядь. Так, а куда нам вообще надо? Ага. Северная сторожевая крепость. Нихера себе ты какой у нас красавчик. Так, ладно. Понятно. Там где-то лучник, я, наверное, сейчас ими займусь. Так, я думаю, что я возьму сейчас в правую руку мой волшебный посох паралича. Вот этот первый красавчик пошел. Так, все, да? Так, я хочу наверх залезть. Там один парализованный. Так. Так. А, вот он, имперец. Не имперец, а этот. Ах ты хитрая жопа, ну сейчас. Ха-ха. Иди сюда.
Вот и все, ребятки. Я тебя порешу. Второй труп почему-то исчез. А, он здесь появился. Странно, конечно, что так произошло, но... Произошло и произошло. Так, а тут что у нас? Чесночок. Капусточка. Мать, я слышу твой голос. Это... Так, ребятки, фас, давайте, а тут что-то вы прохлаждаетесь так. Хорошо, что я доверяю своему слугу. Я тебя порешу. Довольно. Это пустяк. Так, я с этой стороны. Так, ну я думаю, с одной вы справитесь, ребятки. Как бы там ни было. Да ты в меня попади сначала. Ну чё? Ах ты, зараза, всё-таки попал один раз. Ну ладно, ничего страшного. А ну-ка, вот так. Вот это чётко было. Ах ты, блядь, там кто-то меня с лука стрельнул, твари. Ну-ка, подождите-ка. Ха-ха-ха, бэби, вот это класс. Сука. Тут, короче, и маги, все-все-все. Тварь. Ку-ку. Блять, их там дохерища. Откуда он меня, блять, стреляет? Откуда эта тварь в меня стреляет? Понятно. Я попался. Сука.
почему вот так вот происходит? При загрузке он одну секунду, даже наверное, чуть больше стоит на месте. Блять! Тварь. Спокойно. Так, мне надо тупо мимо вот этого. Защищается тварь. Тварь. Хитро выебанная. Ай, блядь, опять я сохранился неудачно. Сучка. Так, надо своих дождаться. Это херня. Это херня полная. Так, вот они идут. Слава тебе, Господи. Давайте, ребятки. А то мне это надоело. Я тебя найду. Я покончу моими презренными. Не злей меня. Неужели они переключились? Так, все. Я думаю, с магом они сейчас справятся. Тебе меня не победить. Сучка. Она в меня молнией стреляет, тварь. Да ну нахер, она отвлеклась и все. Вот теперь все. Прикольно, но я в нее не попадаю. Она упала рядом с другим трупом. Так, ладно, пусть они там развлекаются, я пока посмотрю, что здесь. Так, все, они его херачат. А Цицерончик кувалдой махает налево и направо, просто как я не знаю кто. Эх, веселые ребята! Ну и все. Так, ключик какой-то взяли. Хорошо. Когда он с ножом за
Какие-то рычаги. Ну, сейчас тут взлом качнем. Замки уровня мастер, почему бы не качнуть, да? Гадишь этот. Ну, будем пробовать, да. О, нашел. Четко вообще сразу. Ляпота. Тоже мастер. Ничего. Так, а отмычки у меня-то заканчиваются, ребятки, заканчиваются. Ну, это не беда. Да что ж ты будешь делать, а? Так, а ну-ка подождите-ка. А, у меня по взлому там был перк, когда отмычка ближе всего. Вот, зачем. А, после 40, сучка, сука, Сима, ладно. Ладно. Ну, видите, это пока вот мы в начальных уровнях придется вот так вот задрачивать. А вообще, отмычки пора покупать. Ребят, вы видите, что происходит? У меня их нету. Так, я наметил. Есть. Здравствуйте. Ладно, ладно, что ты так нервничаешь? А что ты будешь делать, а? Зараза такая. Так, а если сразу? Нет, чуть-чуть сюда. Еще чуть-чуть сильней. Есть.
танцуют? На что ты пялишься? Так, ну что? Последний замочек, и, наверное, у меня сорокетик должен быть. Есть. Так, ну сорокета у меня, наверное, не будет. Будет пока 38. Ну, тоже неплохо, хочу вам сказать. Так, это куда хрень ведет, я пока не знаю. Наверное, на выход, ну да ладно. Мы сейчас посмотрим, что тут у нас. Хороший лут. 2700 за шлем. А я его сейчас Цицерону отдам, хай носит. О! Ламеллярный шлем истинного лучника. Вот я что сейчас дам Цицерону. Я просто не пойму, вот этот вот шлем, что мне дает. The crown of dark many said help the wearers personally and helps fortify one's magic. Так, нет, это магию повышает. Так, красавчик мой. На. Посмотрите на него. Зато у него теперь дамаж от луков намного будет круче, ребят. Намного круче. Надо натереть мать масло. Все не Торальд. Брат, это ты. Это я давно дал клятву помогать Торальду и Авенстейну. И мне ничто не помешает прийти к ним на помощь. Так, все, кстати, предметы я теперь собираю. Я их могу зачаровывать изгнанием. Оружие имею в виду. Кстати, да, я сейчас трупов подберу мечи. И потом буду их хорошо толкать. Эй, ты, что ты делаешь? Мы тебя спасем, Васечка. Снова увидеть лицо друга. Нам нужно как можно быстрее добраться до безопасного места. Пошли. Пошли. Я не могу не попытаться спасти его. Уходим отсюда. Чего он от тебя хочет, этот Талмар? Я не знаю. Сначала они обвинили меня в том, что я брат Бури и тайно поклоняюсь Талосу. Им нужно было признание. Все равно в чем. Только чтобы я признался. В чем угодно. Думаю, они хотели сломить меня. Использовать меня, чтобы добраться до остальных серых гриф. Не вышло. Боги, я потерял счет дням. Кажется, будто бы прошли века. Хотел бы я надеяться, что смогу выдержать их пытки вечно. Но я уже не уверен. А благодаря тебе мне не нужно больше об этом волноваться. Пошли, пошли. Так. Мечи я, наверное, все-таки пособираю, ребят, да. Вась, что ты там? Изгнание на них наложу. И тогда все будет хорошо. Вон тут даже палец есть. Исключительно оружие, ребят. Да, собирать мы теперь будем исключительно оружие. Так, еще какой-то ключик. Я вот не знаю, на лук можно, но я думаю, да. Я думаю, на лук тоже можно изгнание. Зачаровывать. Так, все, ладно, на улицу я уже не пойду, хрен с ним. Так, ребятки, все за мной. Все за мной.
Сюда. Вон тут как раз есть выход. Ключ есть, поэтому сразу открыли, да, без взлома.